Надеюсь, соседи не прибегут. Девчонки, вот так я работаю. Конечно, пока что на Зарку смотрю. Умный парнишка. Понятно, что сейчас тут прямо вот неудобно мне. Но пока так. Еще не все привезла, лампы нет. Стараюсь вот сюда разворачиваться, чтобы посветлее было. Там проводов куча. Вот это меня вообще бесит. Смотрите, что происходит. Нам не говорила, что машинка прыгает, но не настолько же. А сейчас к соседям уйдет. Что буду делать? Это просто жесть. Да. Плита. Без духовки. Машинка. Не знаю, что с ней. В общем, все надо ремонтировать. Или новые покупать. Первый раз попробую включить. Смотрите, что происходит. Я нашла себе массажер. Видите, как хорошо массажирует? Обе руки ставлю и все. Никакой зарядки не надо. Ну это жесть. Смотрите. Надо мастера вызывать однозначно. Мне кажется, это никогда не кончится. Когда уже ты достираешь какими-то рывками. Ужас. Просто ужас. Какое счастье, что я никуда не ушла. Я обычно машинку включаю и пошла по магазинам, куда-то в гости, прихожу, она все застирала, я развесила и все. А тут, представляете, оставить машинку? Она же стены тут разрушится. Соседи будут дверь выносить. Я прихожу из магазина, возле дверей очередь. Кто первый меня убьет? Это ужас. Я даже двери вот в ванную не могу ведь закрыть. То, что она и двери вынесет. Это ужас какой-то. Ой, это я уже... Вообще у нее должно быть три полоскания. Но я уже ее держала раза четыре или пять. Я уже сбилась со счета. Давай уже достирывай. Так с виду-то она не старая. Ну вот тут вот. Я не знаю, видимо, хозяйка что-то оставила. Протекло и вот темное пятно. Ну тут пятна, но они не отмываются. Это попытают. Все, уже въелось. А так-то с виду она нормальная. Что с ней? Ну, внутри. Что-то открутилось, отвинтилось. По крайней мере, я знаю теперь, что с ней. Вот слышите? У нас дома уже сколько машинки лет. Мы ее ремонтировали, конечно, но она бесшумно работает вообще. Бесшумно. А это что такое? Ну, давай уже. Она время показывает, когда дверь можно будет открывать. Ну вот на восьми уже застряла, не знаю сколько, минут 20, на 8 показывает. Может что-то это другое. Дверь по смену. А, или это 8 градусов, наверное. Дверь 8 минут градусов. Что это такое значит? 8 градусов. Все, началось. Началось. Это что? 7 минут она будет дергаться? Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса. Зачем я ее включила? Она мне уже все нервы вымотала. Прям, знаете, история на конкурс Наташи Фальку.
Смотрите, как у меня руки-то трясутся. Ужас. Похудею тут еще, не дай бог. Ну это что, а? Давай уже. Ты что, на 6 минут будет болтаться вот так? Нервы мне мотать. За 6 минут я могу тут вообще в психическую превратиться. Ой, вот 5 уже осталось. 5 минут будет сейчас дергаться. Может сесть просто, так она меня протрясет как следует. Почки выскочат. Нахрен. Вот это да. Подарочек не оставили. А ведь я за это все заплатила. И за машинку, и за электроплиту. А оно вот так вот все работает. Ну, это надо было понимать, кто бы новое тут поставил. Надо больше крутить, вот так вот затихаю, все. Давай, все. Все, спать. Конец. Конец, пропел скворец. А на этом все. Надеюсь, вам было интересно. А теперь пока-пока. До встречи в следующем видео.